Здорово-здорово, всем привет. С вами Андермалик, сегодня у нас 4 игры, это все игры на данный момент по вселенной «Привет, сосед». Начнем с секретного соседа, и в конце первая часть будет. Вторая часть самая интересная, это вот эта, которая будет после секретного соседа. «Привет, сосед», «Секрет, сосед». Не знаю, как переводить эту игру. Я уже ее показывал. Я, кстати, был соседом недавно. В прошлый раз, когда я играл, мне попался сосед. И знаете, что я делал? Я никого не ловил долгое время, минут 5. Потом уже все забыли, что здесь может быть сосед. Я в него превратился и начал всех ловить. Но не так легко это было, на самом деле. В меня начали все бросать. И я только одного сразу взял, но не смог его поймать, потому что там должно пройти время, если в тебя ничего не кидают, то ты теряешь ребенка и не можешь его утащить никуда. Так, найти игру. Давайте смотреть. Загрузочка. 5, 4, 3, 2, 1. Ну а пока у нас загрузка, скажите, какая часть самая интересная для вас и почему? Вот мне больше всего нравится вторая часть, следующая, которую вот мы будем играть после этой игры, потому что там есть какой-то, знаете, эффект неизвестности, то есть там большой мир какой-то, большое место такое, горы красивые, не понимаешь, что делать, какие-то там типа бандиты или кто, что-то там ломают ногами, там что-то происходит, в общем, интересно, потому что неизвестно, что же там. Но как пройти, я не знаю, если что. Так, я ребенок, хорошо. Так, значит, у нас есть, сразу друг на друга смотрят. Смотрят, типа, а что смотреть друг на друга, что сразу увидишь. Так, я фонарик уронил. Сразу увидишь, кто сосед, что ли? Или что? Ну, давайте смотреть. Так, давайте всем. Watch out, it's a trap. Все, кто-то превратился. Кто-то превратился, вы слышали? Так, чувак этот меня трогает, но он, скорее всего, не сосед. Он бы уже превратился в меня. Ой, превратился и что-то бы сделал. Так, здесь закрыто. Нужен ключ. Вот он. Так, я попробую, если он поймает, помочь. Его если несколько раз стукнуть, он потом уходит в другой мир на какое-то время. Я потому что играл, меня начали бить. И все. Подождите, его закрыли, что ли, или что? А если я тут стоять буду? Плохо играет им. Не может поймать никого. Ой. Все, меня поймали, походу. О, меня спасли. А у меня ничего не было кинуть, представляете? Все, нас повязали. Ну, такая вот игра, что там еще показывать? Давайте покажу сразу вторую часть. Странно, что в этой части нету главного героя-соседа. Тут вообще непонятно что. Я поэтому не понимаю, как это может быть «Привет, сосед 2», если это совсем другая игра. Ну ладно, давайте. Начинаем новую игру. Смотрите, здесь делали выбор. Можно за женщину, можно за мужчину играть. Я играл из-за того. Давайте за женщину на этот раз. В прошлый раз я за мужчину поиграл. Так ничего я не смог открыть. Кстати, игра, по-моему, меньше тормозит, чем первая часть. Хотя это еще альфа-версия, еще и доделают ее. Она будет еще лучше.
Она еще не вышла, по сути, эта игра. Она, наверное, и на PlayStation, на Xbox выйдет. Не только на планшетах, и на компьютере. Скорее всего. Но когда выйдет, не знаю. Мне кажется, в 22-м году, в этом году, в 21-м еще ее не выйдет. Она тут недоделанная, походу. Походу, здесь нельзя выиграть, потому что еще нету. Уровень недоделан, вообще, мне кажется. Ну, графика хорошая в целом для, ну, для этой серии. Графика явно лучше стала. Смотрите, какая графика. Деревья красивые. Подтормаживает, конечно, хоть у меня и планшет iPad Pro 2020 года. Очень мощный, но тормозит. Если на андроиде, там, наверное, еще будет жестче тормоза на каком-нибудь простом телефоне. Если вообще на телефонах она запустится, я не знаю. Напишите, кто с телефона запустил эту игру. Или она для планшетов, только не знаю. Ну что, начинаем играть? Так, значит, что у нас тут? Давайте назад вернемся. А, здесь нельзя, да? Подождите, а что будет, если просто вот я нажму «да»? Типа, я хочу уйти. Так, вы уволены. Чё? То есть, все, я проиграл? Вот это прикол. Я сразу проиграл. Так, давайте пропустим. Значит, уходить нельзя. Хорошо, а если немножко здесь побыть? Нет, тоже нельзя. Блин, а калитку-то можно закрыть, чтобы сюда никогда не вышел? Случайно. Так, здесь, смотрите, прыгайте. А, можно прыгать, смотрите, подождите. А, тоже нельзя, видите? Куда ты идешь, сразу спрашивают, вы хотите уйти с дежурства? Потому что мы на дежурстве каком-то, типа. Проверяем это место. Так, подождите, а что у нас в руках? Что это такое? Подождите, вот это что такое? Это мы здесь, и нам надо идти туда, да? Ага. Ну, ясно. Ну, тут других дорог, если что, нету. Тут невозможно не дойти туда, посмотрите. Ну, вот, типа, мы прямо прошли. Сейчас направо, наверное. Да-да-да, все правильно. Карта не врет. Карта не врет. Что здесь можно собрать, у меня вопрос. Может быть, что-то валяется? Какая-то машина, смотрите, здесь заброшенная. Стоит. Кто-то вон бегает спереди. Но этих бандитов я знаю. Я их видел. Убежал уже. Так, что у нас тут? Еще одна тачка. Что же тут, что же тут, что же тут? Тачка, тачка, тачка. Сюда идти нет смысла, мне кажется, сразу скажет, типа. Ну да, я думаю. Что за звук? А, деревья, наверное, скрипят. Я прошлый раз играл. Тоже слышал этот звук. Деревья, когда шатаются, скрипят. Я тоже в лесу слышал такое. Это когда сильный ветер. Или старые деревья такие уже подсохшие, бывалые такие. Так, здесь, смотрите, прикол. Здесь кто-то был, это типа капсула какая-то, видите? Или труба, или что это? Нет, это реально капсула какая-то, видите? Туда забраться, может быть, и можно как-то. Внутрь, так сказать. Давайте попробуем запрыгнуть. Ну, он соскальзывает просто здесь. Ну, только если наверх как-то запрыгнуть. Ну, ладно, там, скорее всего, ничего и нет. Это так просто. Тут что-то такое, не знаю, что это. А, это столб такой. Окей. Фонарик. Окей. Так, здесь, походу, нельзя выйти. Не, можно. Тут меня ничего не скажут. Да, смотрите. Телефон. Слышу. Так, что же здесь? Что же здесь? Тут надпись какая-то. Смотрите, что написано? Ничего. А с этой стороны? Не. А что нет надписи? Не доделали, наверное, потому что версия альфа, да? Они ничего не нарисовали. Я думаю, там что-то будет нарисовано уже в финальной версии, когда выйдет игра полностью. Так, что у нас тут? Ой, а что я выкинул? А, у нас еще фонарик был. Давайте его возьмем все-таки. Берем. Используем. А куда карта делась, не понял. Она у нас в рюкзаке или что? Смотрите, у нас деньги есть. Что такое 60, не понял. Вот это что такое 60? Что такое 60? Тут типа время какое-то идет. Не понял я. Напишите, кто разобрался, что такое 60. Я в прошлый раз тоже играл, не понял. Что это 60 секунд или что? Так как, зачем она написана, не понимаю. Так, что здесь? Это дверь, да? Но ее нет смысла открывать, потому что мы можем и так запрыгнуть. Да. Это мне напоминает, знаете, что тут здесь? Ярмарка какая-то была, походу. Да, это была ярмарка, знаете. Тут что-то продают, тут какие-то мини-игры, там, выиграй что-нибудь. Ярмарка. Ярмарка. Мускей только не хватает. Вот здесь где-то эти бандиты или кто, какие-то человечки были. И они тут били все время. Бам-бам-бам, мусорные ведра или что это тут. И это было, знаете, когда я к телефону подошел. То есть сейчас ничего нету этого.
Но если мы к телефону подойдем, вернемся сюда, здесь сразу все поменяется. Вот запомните мои слова, сейчас мы так и сделаем. Больше тут ничего нет. Ой, кто-то бежит, подождите, или это я бежу? Может быть, есть они все-таки? Какой-то звук был, подождите. Слышите? Часы? Ой. А, это какой-то прикол с временем. И что мы делаем? Закрыли. Все, мы типа с работы уходим или что? Что это вообще было? Ничего не понял. Вы уволены. А, время прошло, прикиньте. Фу, вот такая игра. Ну, давайте еще разочек. Так, откуда начинаем? Сначала, да? То есть тут, оказывается, есть время, и надо быстро бежать к телефону. Ну, побежали. Я такого, кстати, у меня не было ни разу, чтобы такая заставка появилась. И мы проиграли. Типа, вы уволены. You are fired. Так, телефон, походу... Ой, кто-то бегает. Давайте посмотрим, куда же он убежит. А, блин, это трава. Кстати, с первой части тоже трава там тоже в этот дом росла. Это тот же движок сделан игры. Та же графика. Так, вот здесь телефончик где-то. Но я хочу посмотреть, что тут... А что это такое? А, можно положить что-то на хранение, зацените. Я положил фонарик на хранение, чтобы не потерять, если что. Или... Ну да, можно вещи собирать. Ой, огнетушитель. Я себе квартиру хочу огнетушитель купить. Как вы думаете, ребята? Вот прикиньте, пожар какой-то, что-то, а у вас нету ничего. Отпаться к огнетушителю, это же прикольно. Так, ну что? Алло, алло? Ага. Так, проверь топ, ну, типа, вершину горы. Как туда пробраться, я в прошлый раз не понял, вы мне в комментариях ничего не подсказали. Напишите хоть на этот раз, как забраться на вершину горы, куда идти, потому что вот, смотрите, какая гора. Во-первых, я не знаю, где она, вот, типа, туда показывается, да, что-то. Туда забраться, ну, тут я без понятия, как туда забраться, вот туда, посмотрите. Ну, вот здесь что-то, типа, есть, видите, какие-то там... Что-то есть, но как туда попасть? Вот здесь можно наверх лезть, но здесь стена какая-то дурацкая. Видите, написано «Hello», «Привет» написано, все. «Hello», все, «Hello», «Hello». «Hello», «Hello», да, «Hello». «Hello», 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 это хорошо. Давайте попробуем по левой стороне тогда по этой вот пройтись. Может быть, что-то внизу тут будет? Может, подкоп какой-то можно сделать под забор-то этот? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что тут внизу? Я здесь не спускался, по-моему. Вот именно это то место, где я не был. Так, смотрите, мы обошли, ну-ка. Она мне сейчас скажет, вы хотите убежать? Походу, да, сейчас будет, смотрите. А, здесь даже нельзя идти наверх, смотрите. Невидимость. Так, а здесь куда проход? А, здесь проход сюда-назад. То есть тут можно ходить. Без этого даже, то, что я убежал. Обычное место такое. Проходное. Проходное место, хорошо, проходное место. Блин, не знаю, что делать. А что здесь у нас под зонтиком? Что-то такое, это типа... А, тут это, я понял, это карусель. Только тут все сломано почему-то. Или что это за палка? Сломано. Так, смотрим. Не, вот туда, короче, ребята. Вот туда. Расскажите, как забраться туда. Ну, давайте смотреть. Здесь какая-то труба идет, смотрите. Типа дом, труба и туда наверх. Походу, через этот дом. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот сюда я не заходил, походу, в этот дом. Тут, походу, закрыто, наверное, не? Ну-ка, смотрим. Блин, ну вот, надо дверь открыть, походу. И мы зайдем. Так, а вот здесь эти чуваки появились, смотрите. Может быть, у одного из них ключ есть? Ой. Что с ними делать, я не знаю. Они что-то ломают здесь, а ярмарку мою. А я, типа, должен отвечать за это все. О, зацените, они в какую-то дырку залазят. Ребята, а вы что? Я кинул, если что, фонарик. Ничего не произошло. Возьму назад. Ну что, все убежали? Или они наверх лезли, я не понял. Тут еще один какой-то где-то. Сейчас я всех туда загоню. Может быть, так и надо делать, типа. Загнать их всех назад. И потом найдешь ключ и откроешь тут дверь. Чувак, вали отсюда. Все,
Все, они бегут все в одну сторону, зацените. Вот, ну-ка. Так, полез. Да, и он исчезает. Но там ничего нету, но где он исчезает-то? Невидимую дыру какую-то. А они снова появляются. Походу, это новые. Может быть, их вместе одновременно надо всех прогнать? Здесь еще кто-то где-то есть. Ну-ка. Где-то здесь. Вот он. Вали нафиг. Вон еще куда-то побежал. Смотрите, наверх. Вот его надо поймать, наверное. Здесь какой-то все время сюда бегает. Где он, правда, из-за травы ничего не... Вот он. Веду преследование. Так, он сюда пошел. Здесь особо некуда идти. Вот он впереди меня. Ну-ну-ну-ну. Подождите, он где-то здесь. А, вот он. Я в него даже кинул, ничего не происходит. Кто это? Что это? Что с ним делать? Он кого-то типа выжидает или что? Давайте, он нас типа не видит, а мы сделаем вид, что вот так станем. Он нас увидел сразу, зацените, и убежал. Короче, с ним надо что-то делать. Ну, соседи ремонт снова. Ну, как обычно, когда я видео записываю, всегда ремонт. Считайте, что это дрель из игры, кто-то сверлит в игре что-то, а? Давайте так сделаем. О, что такое 75? Это типа еда? Здоровье мое? Или что? Что, видели? Там написано было 75. Что такое 75? Что такое 75? Время типа заканчивается, я снова проиграю? Типа, если рассвет настанет, и я не заберусь на гору туда наверх, то все, я проиграл? Ремонт, ребята, ремонт. Человек-дрель. Ничего не поделать. Так, вот здесь, кстати, проход есть. Может быть, здесь на гору забраться? Ну-ка. Смотрите, иду на... Нет. Сразу телепортирует оттуда. Представляете, как сделано? Сразу телепортирует. Я говорю, нет, и он телепортирует. Говоришь, да, ты проиграл. Все, больше вариантов нет. Ну и снова они появились. Снова они тут ломают все. Что с ними делать? Всех подряд... Одновременно надо прогнать, может? Чтобы ни одного не осталось. Вот пробегу сейчас, короче. О, зацените, я на дом запрыгнул за счет его. Он на меня бежал. Он на меня бежал. Ай-яй-яй-яй. Ну, теоретически, если бы я запрыгнул. Тут, наверное, так и надо. Может быть, в этом прикол. Надо прыгать и куда-то запрыгнуть, смотрите. Теоретически, да. Вот представьте, что я на крыше вот какого-то дома. Куда я запрыгну дальше? Вот сюда можно, смотрите. Но дальше никак. Здесь тоже чел. О, смотрите, куда я улетел от него. Зацените, просто. Я вот сейчас упаду. Не, вот сюда, пожалуйста. Все, я запрыгнул туда, куда надо. Вот этот прикол. Я, правда, ногу сломал, зацените. Тут есть даже такая вставка. И что дальше? Так, и что? Продолжение в следующий день. А задание у меня такое же, да? Где посмотреть задание, кстати? Задание не написано нигде. Ну что, где нажать, чтобы на задание видеть? Ничего не написано. Ладно. Такая вот игруха, ребята. Будем разбираться дальше. Вы мне подсказывайте в комментариях, что я сделал не так, куда мне надо идти еще нажимать. Потому что я вот кроме того, как вот гонять каких-то там непонятно кого... Больше не знаю, что делать. Я застрял. Помогайте мне, ребята. Я думаю, кто-то из вас уже разобрался. Так что делать, не знаю. Нажмем сюда. Ну, а эта игра, я не знаю. Я просто ее показываю для тех, потому что у меня полностью подборка всех «Привет, сосед» игр. И если вы не видели, я покажу эту игру. Может быть, кто-то не видел, она есть в магазине. Она как бы бесплатная, но дальше, чтобы играть, надо платить, или иначе там уровень не будет. Ну, только первый уровень будет в этой игре. То есть она бесплатная, а потом платишь. Она есть на консолях, эта игра, по-моему, тоже. Хотя нет, по-моему, она на консолях не выходила. Вот именно эта часть. Выходила первая часть на консолях. На Xbox у меня даже диск был. Я в нее поиграл и сразу диск продал. Давно это было. Давно. 4 года назад, наверное. Так, что тут? Я люблю, знаете, что в этой игре делать? Просто рассматривать объекты. Вот смотрите, на гитаре можно поиграть. Можно ее взять, смотрите. О, играть можно. Правда, не особо интенсивно. Вот. О, пошло. Что получше. Правда, тут просто... Я радио включил, ну-ка.
Выруби радио. Во! Сейчас можете послушать, смотрите, буду играть. Мое мастерство послушайте. Разбить, кстати, окно нельзя, я пробовал. Если вы, у вас есть такой вопрос. Горшочек, вари. У вас тоже такой горшочек стоит? В вашей комнатке. И что же в него делать? Вот такой вопрос. Для чего же он нужен? Подожди, я выйти не могу. А, можно. Он начинается игра, и здесь вообще полный ноль. Что бы я тут ни делал, ничего не понимаю. Я уже исследовал все тут. Все вдоль и поперек. Из каких-то надо игрушек найти много. А где они? Я буквально пару штук только вижу. А здесь 24 штуки, походу, надо. Смотрите, или сколько там надо было? Вон их сколько, я не знаю, сколько тут, считайте. 15 штук или сколько? Типа, очень много игрушек найти, и все это выиграл или что? Чего это, я даже не понимаю. Поэтому не знаю, как это идет. О, тут стул всегда был? Я что-то стул этот вообще не помню. Ну, вот реально, стул, сколько бегал, не помню этого стула. На него запрыгнуть, наверное, невозможно, потому что он высокий, да? Либо отсюда давайте попробуем запрыгнуть. Люблю прыгать. Запрыгивать в секретные места, куда нельзя, типа, прыгать. Разработчики, которые не смогли это сделать. Это как вот я тогда подпрыгнул в прошлой игре, да? Ногу сломало. Так я мог бы запрыгнуть в место, где нельзя находиться. Там непонятно, что там будет. Так, а этот, кстати, чел меня вообще тут найдет? Где он? Да, он, походу, он вообще по лестнице бегает. Вот это прикол. Даже не знал. Ну и первый привет сосед у нас. Вот он есть на PlayStation 4, на PlayStation 5, на Xbox, на новом Xbox. Кстати, такой вопрос. Вот если бы у вас был выбор, да, какой подарок получить? Xbox, Series X или PlayStation 5, либо Nintendo Switch новый. Какой бы вы выбрали вариант? Как вы думаете, вот, что бы вам захотелось? Нельзя выбрать телефон, нельзя выбрать планшет, нельзя выбрать компьютер. Можно выбрать только либо PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Какой бы вы выбор сделали, что больше? И почему, напишите. Из-за игр, там, из-за того, что удобнее. Например, Nintendo Switch в школу можно брать. И не только, куда угодно. Ну, там зарядка на сколько? На часов 5, наверное, хватает Nintendo Switch. Ну, я думаю, от 3 до 5 часов. В зависимости, какие игры играть. Если играть простые игры, я думаю, ну, 5, может, 6 часов даже будет зарядка держать. Но можно пауэрбанк купить, да, и заряжать всегда. И получается, Nintendo Switch будет с вами все время, каждый день в школе. Вообще учиться не будете. Вы будете только пялиться в экран, там что-то играть. Там же и покемоны какие-то есть, игры всякие. То есть во что поиграть, я думаю. Похорошел, привет, сосед. Он такой веселый. В желтенькой кофточке в какой-то. Мы такие идем. Я пока чайку попью. У меня чаек. Вот такой, такая кружечка. Ваше здоровье, ребята. Вот почему его нет во второй части? Я думал, будет сосед продолжение, вторая часть. А там совсем другая игра. Вы же сейчас видели, я играл. Где там привет, сосед? Его, наверное, там нету. Или что, это первый уровень, может, такой? Может, дальше что-то другое будет? Я просто не разобрался. Вы напишите, кто знает точную информацию. Что это будет такое интересное. Ну, красивый участочек тут. Вообще, деревья не растут у него, ничего. Посмотрите на участок его дома. Смотрите, давайте проанализируем его. А, подождите, там не было деревьев, но они есть, зацените. Вот они. Но они там не видны были на участке. Но они реально не на участке. Вот смотрите, это вот дерево на участке. Единственное дерево, это типа его. Вот забор, это его часть. У него на участке всего одно дерево. И куча травы некошенной. И все. Здесь почему-то вытоптана трава не растет. Не знаю, потому что типа навес такой. Здесь еще на крышу можно подниматься. Здесь можно... Что это было? А, коробка. Здесь можно наблюдать, как наш сосед моется, в туалет ходит. Тут вообще нет шторок, ничего, видите? Соседи, наверное, с той стороны всегда видят, как кто-то ходит в туалет, да, ребят? А бывают реально такие дома, где люди даже не смотрят, ну, типа, не следят за этим, и реально все время в туалет ходят, в душ, голые, и там можно просто смотреть за ними в окно. Никакой защиты нету, ни штор, ничего. Че тачки не ездят? Бывает же тут тачка проезжает раз с огромной скоростью. Наверное, Тесла проезжает. Мегаэлектрическая Тесла, которая за одну секунду до 100. Это будущее такое. Одна секунда, так чик, и ты уже 100 едешь.
Еще 2 секунды и уже 200. Еще там 3 секунды, уже 300. И автопилот сам поворачивает, все сам делает. Вот это вот идеальная тачка, да? Зарядил, поехал сам. Даже не надо ничего делать особо. Ладно, это привет, сосед. Что тут мне можно сказать про эти игры? Мы, главное, посмотрели вторую часть. Hello, guest. Привет. Guest — это типа гость. Привет, гость. И вот у нас монашка на следующий выпуск. Готова. Поиграем. И еще Грейни две части у нас тут в конце будут. Первая часть и вторая. Так что приходите на следующий выпуск, подписывайтесь, чтобы не пропустить, и колокольчик жмякайте там. Если не нажать, нажмите, выключите, включите, и будут у вас уведомления. Ну что ж, я Андромалик, спасибо, что смотрели. Не болейте, все у вас будет хорошо. И уже скоро Новый год, ребята, так что заказывайте подарки у Деда Мороза. Все. А я пойду отдыхать. Всем пока, спасибо, что посмотрели.